этот фестиваль – добрая традиция уже нашего города. И ведь сегодня различные неформальные течения соединятся воедино, чтобы выразить свои чувства, эмоции, мысли через творчество. Сегодня у нас будет весело, ярко, жарко и позитивно. И для открытия нашего фестиваля я предоставляю слово заведующей отделом по работе с молодежью «Выбор» муниципального бюджетного учреждения культуры «Кингисеппский культурно-досуговый комплекс» Филипповой Олесе Дмитриевне. Привет, ребята, молодежь нашего города. Мы очень рады, что вы сегодня здесь с нами. Также мы рады тому, что в нашем городе существует столько субкультурных направлений для молодежи, которая развивается. Мы всех очень рады приветствовать на фестивале субкультуры 2015. Целый мир тебе прямо ответит, и цвет глаза весь способен рассеять страх. Ответы